Ребят, всем привет! С вами Сергей Чураков, и сегодня я буду рассказывать про Rocket Bank. Платит ли Rocket Bank в Rocket.ru, как они заявили. Значит, сегодня 2 октября 2018 года. Итак, я включил телефон. Личный кабинет находится только на смартфоне. Это может быть Android, это может быть iOS. И те действия, которые я буду выполнять на смартфоне, они выведены у меня на экран. То есть, вот видите, я перелистываю, нажимаю вот Rocket Bank приложение, захожу. Итак, ребят, значит, смотрите. У меня сейчас есть 224 рубля, это живые рубли, и есть 8362 Rocket рубля. В период Rocket Жиры до 15 октября, то есть еще в течение фактически 2 недель, вы можете заработать по правилам Rocket Bank 1500 рублей за каждого приглашенного человека. Раньше, конечно, Rocket Bank платил меньше, по 500 рублей. Итак, смотрите, нажимаем меню, нажимаем друзья. Здесь в друзьях вы видите те контакты вашей телефонной книги, которые уже пользуются карты Rocket Bank. То есть их очень много, я не всех из них, естественно, я пригласил, кто-то, то есть люди приглашают людей, поэтому когда банк платит по 1500 рублей, это информация разносится быстро, просто моментально, и кто уловил, сразу же подключается, потому что это бесплатно, это бесплатный заработок. А раз банк бесплатно дает деньги, бесплатно дает возможность заработать, почему бы не воспользоваться? Итак, для того, чтобы подключиться, я нажимаю плюсик, ну, для того, чтобы подключить нового человека. И вот здесь вверху написано «Ваша реферальная ссылочка». Кликаем на вашу реферальную ссылочку, она у нас скопирована в буфер обмена. Дальше. Вот так нажимаете и передаете вот эту ссылочку своим друзьям. Здесь, конечно, будет следующее. Ну, давай, включайся. Здесь будет следующее. То есть, моя фотография стоит, имя, фамилия, приглашает вас в Rocket Bank. За то, что вы пригласите, будете приглашены, и вы получите еще 500 Rocket рублей. И вот здесь заказать бесплатную карту. Карта имеет следующие характеристики. Она вообще бесплатная. Я вот пользуюсь, скоро год будет, как пользуюсь. Ни за что деньги не берут. Дальше. И вот, смотрите. Тех людей, которых я уже пригласил, видите, раньше Rocket Bank платил, конечно, по 500 рублей. Теперь в самом низу у меня пошли люди, которые активировали карточку, и уже банк платит по полторашке. Это будет, конечно, недолго, это будет до 15 октября. Возвращаюсь назад. И так как у меня Rocket рубли уже собрались, достаточное количество, я их сейчас буду обменивать. Значит, для этого в меню выбираем Rocket рубли. Что же я вам еще хотел показать? Пользуюсь этой карточкой, да? Нажму лента. Вот видите, я сходил в магазин Ярче. И смотрите, я потратил 31 рубль вот вчера. 31 копейку мне вернул Ярче. В принципе, небольшая сумма, но это 1%. Если мы пойдем в какой-то другой магазин, ну, например, вот в этом месяце в Пятерочку можно сходить, и в Пятерочке за потраченные деньги Rocket Bank вам начислит 3%. Как это сделать, чтобы Rocket Bank начислял? Надо из предложенного списка выбрать любимые магазины. Кликаем, допустим, Пятерочка. Ну, аптека Ригла я не хожу. Starbucks. Ну, кто ходит, можете кликнуть. Клин и Бах Херас. Ну, Пятерочку я точно хожу. Нажимаю подтвердить. Так, ну давайте еще, значит, вот так, и пусть будет вот так. И вот, появилась кнопочка «Подтвердить». То есть надо выбрать три позиции, в которые вы
входите. И нажимаю подтвердить. Все. Любые места в этом месяце. Starbucks, Пятерочка и аптека Рико. Да? Вот в истории то, что я ходил. Это что такое? Подоль Свердлова. 820 рублей. А, где-то в каком-то магазине что-то там купил. Еще вот. Ну, везде, в общем, платят минимум 1%. И за выбранные любимые места платят повышенный кэшбэк. Так, то есть историю вы видите. Дальше, 28 сентября, вот видите, приглашение Ольги Лапаева, 1500, там, за Валентины Васильевой, 1500, Рокетбанк. При этом эти люди вообще ничего не платили. Они просто зарегистрировались и бесплатно получили карточку. И банк им еще начислил 500 Рокет рублей. Вот, Юра подключился и так далее. Еще банк платит, видите, проценты. То есть вот 14 рублей мне выплатил за прошлый месяц. Оборот у меня небольшой по карточке был, ну ничего. 14 рублей тоже на дороге не валяются, поэтому все идет в плюс. Все идет в копилочку, в семейный бюджет. Так, теперь я буду обменивать вот эти Rocket рубли. Так. Rocket рубли. Вот у меня 8362 Rocket рубля. И обратите внимание, 224 рубля живые деньги, да, которые я использую. Положил на карточку. Так, нажимаю Rocket рубли. Так, и здесь у меня есть доступные для компенсации Mandarin Pay и еще раз второй Mandarin Pay. Что это за Mandarin Pay? Откуда он взялся? В прошлом месяце была акция в компании Кабинет финансовой помощи. Так как я занимаюсь помощью, оказываю помощь людям в выкупе кредитов. С людьми встречался, люди мне давали деньги, потому что сами они не в состоянии пользоваться компьютером. И я за них оплачивал. И проводил оплату через свою карту. То есть положил деньги на свою карту и оплатил за них услуги юридической компании, чтобы компания занялась выкупом их долгов. Все-таки заплатить за выкупленный кредит 20% это лучше, чем платить всю сумму. Итак, у меня сейчас 8362 Rocket рубля. При конвертации это будет из расчета 1 к 1. Ну, например, возьму нижнюю часть Mandarin Pay. Когда я оплатил, кстати, за юридические услуги на официальном сайте kafinpay.ru, за этих людей я еще получил также 1% кэшбэка. Об этом у меня есть видеоролик. Так, ну, в принципе, смотрите, если зайдете ко мне на сайт законы.инфо, в разделе акции я рекомендую заглядывать. И вот здесь, в разделе акции, вот в этом ролике кредит 99 тысяч рублей, благодаря как выкупили за 16. Я подробно рассказываю, как я оплачиваю с помощью вот этой карточки Rocket и получаю кэшбэк. Так, ну это, конечно, мои видео, как мы закрывали кредиты за 20%. Итак, Mandarin Pay, значит, что мы делаем? Что мы делаем? Чуть-чуть ниже. И вот здесь появилась кнопочка «Компенсировать». Так, компенсировать. И нажимаю вот эту кнопочку «Компенсировать». Раз. Я видел это во сне. Вот, я видел это во сне. Так, за все время компенсировано 30215 рублей. Много это ли мало? Мало. Ну, в принципе, это фактически вторая зарплата для людей, которые ходят на работу. Потому что средняя зарплата, кто ходит на работу, в районе 25-30 тысяч рублей. Это по Подмосковью. Внизу динамика, то есть активность, там июнь, июль и так далее. Итак, у меня еще осталось, что это, 5665 рублей. А, это списалось, минус 5665 рублей. Так,
пришла смс-ка, операция «Возврат за Rocket рубли», Mandarin Pay. Кликаем. Так. Появилось следующее сообщение. Нажимаем. Доход. Это уже идет как доход. Нажимаем назад. Сейчас в ленте отобразится вместо 224 рублей будет еще плюс вот эти 5665, то есть приплюсовываться. Сейчас надо немножко подождать, и эта информация обновится вместо 224 рублей. То есть эти деньги будут уже доступные. Да, кстати, здесь написано, ваш статус в жаре пригласили 19 друзей за время акции, осталось 21 приглашение. Сейчас получаете 1500 рублей за друга. А как только израсходуется вот это количество приглашенных, да, лимита, будет этот лимит дальше пополнен. Ну, скажем, пригласи, грубо говоря, 100 человек за 2 недели, получишь 150 тысяч. Ну, это грубо говоря, да? Если у вас, конечно, не такой потенциал, вот видите, при вас обновились цифры, и осталось у меня еще Rocket рублей 2697 рублей, и сейчас у меня есть 5889 рублей. Все это я при вас сделал, и эти деньги, они доступны, они на карточке, я могу идти тратить, пользоваться своими деньгами. Могу снимать эти деньги, потому что снятие в любом банкомате без процентов. Это важно. В отличие от других платных карточек, которые за все берут проценты. И за все берут оплату. Итак, понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал. Дальше переходи под этим видео под ссылочку, ну по ссылочке, и регистрируйся. Перейдешь по моей ссылочке, получишь от Рокетбанка 500 Rocket рублей. С вами был Сергей Чураков, до скорых встреч, всем пока.